Всех приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить о следующем. Этому каналу больше года. За это время я снял много влогов, шоу, 3 подкаста, пару новостных рубрик. В общем, старался снимать так, чтобы это было интересно. Не какую-то там дичь, а реально годный контент. Но практика показывает, что смотрят именно эту самую дичь. С самого начала я понимал, что как блогер, как личность, я вряд ли буду кому-то интересен. По крайней мере, не сразу. Поэтому я сделал упор на качество, на интересный контент. Я понимал, что в Дагестане, где я живу, не так много любителей Ютуба. Все в основном сидят в Инстаграме. И поэтому я старался сделать то, что будет интересно всей России, всем русскоговорящим в разных странах. Я старался даже здороваться как-то нейтрально, без традиционного «салам алейкум», за что меня хейтят даже. Но в силу моей основной работы я ведущий торжеств, люблю петь, как правило, сочетаю эти 2 дела. В общем, в силу всего этого я не могу уделять все свое время Ютубу. А канал простаивает, и тут редко что-то выходит, и это влияет на статистику. Поэтому я подумал и принял решение. Буду загружать сюда все, что посчитаю нужным. К черту качество, иногда количество решает, к сожалению. Например, я как ведущий могу вести стримы со свадеб, снимать артистов на концертах, песни к ним сюда выкладывать, просто делиться мыслями, как сейчас, например, масса всего. Для такого перфекциониста, как я, это очень страшно. В моем понимании это будет не канал, а помойка какая-то. Но я люблю эксперименты, собственно, именно поэтому и создавался этот канал в качестве некого эксперимента. Да, я мог не записывать это видео, в конце концов, не обязан ни перед кем отчитываться. Вот. Это все я говорю для тех, кто подписался на меня из-за меня. Для тех, до кого я смог как-то достучаться. Для тех, кто досматривает мои видео до конца. Для тебя. Не думай, что тут перестанет выходить то, что ты любишь. Это обязательно будет. Но будет еще масса другого, что тебе не понравится. И наоборот понравится. Время покажет. В общем, как-то так. Всего хорошего тебе.